Представляю вашему вниманию квартиру двухкомнатную на Кондратьевском, 62, корпус 7. Сейчас сразу вам покажу, какой здесь большой коридор вот такого плана. Здесь есть такой шкафчик с зеркалом и небольшая гардеробная. Здесь много-много вешалочек, полочки. И здесь, соответственно, шкаф-купе с зеркальными дверями. Здесь можно поставить при желании еще какой-нибудь шкафчик. Некоторые даже рабочее место здесь можно организовать. И кухня. Здесь духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновая печь, вытяжка. Имеется посудомоечная машина Bosch. Много шкафчиков, ну и, конечно же, большой холодильник LG. Раздвигающийся обеденный стол, который становится большим. И вот такой приятный кухонный уголок. Вот. Обратите внимание, какие необычные здесь люстры. Так, первая комната у нас находится на этой же стороне, что и кухня. Соответственно, сейчас на данный момент она пустая. Обсуждается с заказчиком приобретение дополнительной мебели. Все обговаривается. Комната в зеленых тонах, таких светлых, оливковых. И вид у вас во двор на Блюхера. Комната пятиугольной формы такого плана. Коридор. Продолжаем смотреть квартиру. Здесь у нас находится такая кладовая. Здесь по факту был санузел, но сделали вот такую кладовку. Поэтому здесь можно хранить какую-то домашнюю утварь, сушилку, гладилку, всякие шваберки. Здесь стоит подключенная стиральная машинка. Дальше у нас с вами идет совмещенный санузел. Совмещенный санузел с полноценной ванной. Квартира намыта, все чистенько. Есть гигиенический душ. Такого плана здесь зеркальце.
ящичек. В ванной здесь есть теплые полы. И вторая спальня, она идет в противоположную сторону. Она идет за спальной кроватью, уже с мебелью, со шкафчиками, тумбой и шкафом-купе. Такие вот тоже здесь симпатичные люстры. Здесь есть лоджия. На лоджии проведена подсветка, есть розетка дополнительная. Если кому-то хочется, например, здесь поставить кресло с лампой или, не знаю, гладильную доску и гладить с видом, смотреть на город. Кому что. Вот такой вид из окна, 10-й этаж. Что я здесь вижу? Я вижу здесь Петропавловскую крепость, вижу здесь Исаакий, Спас на Крови, даже вон купола вон там видны. Ну и, собственно, шкаф-купе. Он достаточно глубокий, большой. Несколько отделений для вешалок.